Более 200 спортсменов Донбасса 19 января приняли участие в открытом чемпионате ДНР по легкой атлетике и первенстве среди юниоров. На соревнования в столицу республики отправилась и сборная Харциска. Новый спортивный год у легкоатлетов Донбасса начался с подведения итогов года минувшего. Лучшие спортсмены и тренеры республики были отмечены кубками и грамотами Федерации легкой атлетики ДНР. Второй год подряд лучшими признаны харцистский тренер Николай Шаповалов и его воспитанница Анастасия Садливская. С высоких спортивных достижений начался 2019 год для 5 харцистских спортсменов. В своих дисциплинах чемпионами ДНР стали Владислав Городинский, Никита Коваленко, Антон Коровниченко, Максим Мартынов и Анастасия Садливская. Пропустив вперед сборные Донецка и Горловки, в командном зачете харцист занял 3-е место. Все классические дисциплины, которые в манеже позволяются, ну, понятно, кроме длинных метаний, это плановый зимний чемпионат, поэтому все идет по плану. Сейчас 3 наших спортсмена 25 числа будут выезжать в Санкт-Петербург на Ладожское озеро участвовать вот в марафоне. Успешно выступив в Донецком манеже, Анастасия Садливская готовится к своему очередному старту в Питере.